Прихожане Петропавловского собора в Нефтекамске готовятся к началу нового учебного года. При храме действует воскресная школа, и в сентябре там начнутся занятия. И это несмотря на то, что весной здание школы сгорело. Подробности в материале наших коллег. 5 мая, когда православные отмечали главный праздник Воскресения Христова, настроение нефтекамских прихожан было омрачено. После праздничного концерта и чаепития в здании воскресной школы вспыхнул пожар. Благо, люди не пострадали, а вот строение восстановлению уже не подлежало. За лето пожарище разобрали. Принято решение строить новое здание, но не на этом месте. На этом месте воскресная школа восстанавливаться не будет строиться, потому что место небезопасное для детей. Тут проезжая часть, как бы дети разные, малые приходят к нам, мало ли выбегут. Воскресная школа строиться будет, но точного места строительства мы пока не выбрали. На территории Кафедрального собора это точно. Но несмотря на то, что пока неизвестно, когда будет построено новое здание, занятия начнутся строго по расписанию. На время ребятам придется расположиться в конференц-зале епархии. Неудобств от этого не будет. Тем более дети уже занимались в этом помещении во время летнего лагеря. В ближайшем будущем будет построена еще одна воскресная школа при храме в Амде. Но и тут сроки пока не называют. Строительство идет медленно. Строится воскресная школа в Амде на пожертвования, на какие-то небольшие помощи людей, там, строительные материалы, может быть, рабочие силы. Вот, с этим возникают трудности. Воскресная школа будет при храме, рядом с храмом, на территории храмовой. Строительство воскресной школы – возрождение традиции. Издревле своя школа была при каждом храме. А в Амзе задумки масштабные. Сейчас здесь только крестильный храм. Но со временем, помимо него и школы, предполагается возведение большого храма и трапезной.